в сегодняшнем выпуске. Ага, ага, давай, 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 Есть, ребят, у нас есть шанс, в принципе, вырваться вперед. Ать, вот здесь тормозить. Да ёшкин ты макарёшкин, ребят, все, у нас нет шансов. Боже. Вау, вот это залет. Вот это залетище просто. Ой, только вот это вот совсем не то было. Так, ребят, все, перезапускаем. Смысла нет дальше ехать. Мы даже, наверное, до финиша-то, может, и долетим, но топливо точно не возьмем нигде. Вау. Все, приехали. Всем привет, вы на канале Папа Фан 2 Машинки. Ребята, и продолжаем проходить игру Hot Wheels Race Off. Так, очередное задание, которое будет немножко сложнее, чем предыдущие, ребята. Так, вам нужно найти, в какой момент появится машиночка Hot Wheels. Да. Правда, сама игра-то Hot Wheels, понятно, тут везде машиночки Hot Wheels. Но по экрану в определенный момент, ребят, появится машиночка Hot Wheels. Она будет маленькой, усложню вам задачу, она будет маленькой и слегка так прозрачненькой. Так что я постараюсь сделать так, чтобы она была еле заметной. Посмотрим, кто насколько внимательно смотрит. И пишите в комментарии, ребята, если кто-то увидел эту машинку, пишите комментарии с временем, когда появится эта машинка. Ну, как обычно, ребята, вопросик, который у нас уже был, ну, так и отвечайте на него и попадайте в видео. В видео обязательно попадете, кто правильно ответит. Так, ладно, поехали, что у нас тут остается? 58-я трасса, ребята, берем. Так, остальные я, в принципе, уже побил все рекордики, да, 3 звезды везде. Так, 58-я трасса, давайте ее заценим. Ну, оставляем самую последнюю машинку. Так, а что это у нас не до конца прокачано? А, не до конца, ребятки, не до конца. Так. Ладно, у нас 3 характеристики остается недокачанными. Да, по одной штучке не прокачано. Так, зато скорость максимально у нас как бы стоит. Так, понятно, ребята. Понятненько. Давайте сейчас все-таки проверим эту трассу. Сейчас проедемся, посмотрим. Для начала посмотрим, что где у нас, какие сюрпризики. И уже начнем бить рекорд. Стараемся, по крайней мере. Вот здесь я помню, что нужно нырять обязательно, притормаживать. Иначе ничего хорошего не выйдет из этого. Ой, вот здесь финиш уже, все. Да, понятно, ребята, в принципе. Так. У нас только, получается, в самом начале небольшая загвоздка, да? Угу. Сейчас мы попробуем как-нибудь грамотно ее проехать. Нам нужно умудриться, ребята, заехать на эту платформу. Давай. Не, еще не здесь. Ё-моё, нужно было тормозить. Все, это фейл. Это фейл. Не заеду, не залечу. Ага, не получилось, ребята, можно смело перезапускать. Так, значит, на спуске нам нужно притормаживать. Ой, что-то совсем корявенько. Совсем, ребят, корявенько. Не догоним мы соперника. Ой, ну кто так заезжает-то? Ну кто так заезжает, ребята, все, это фейл. Очередной. О, еще и перелетел топливо. Ну, кошмар. Ну, кошмарики. Нам нужно делать финтики, чтобы заработать и открыть ящик. Так. Что ж такое-то? Ну, понятно. Чтобы стать лидером, нужно потрудиться. Нужно потрудиться. Причем хорошенечко потрудиться. Ага. Ага, давай. Есть, ребят, у нас есть шанс, в принципе, вырваться вперед. Ать, вот здесь тормозить. Да ёшкин ты макарёшкин, ребят, все, у нас нет шансов. Боже. Вау, вот это залет. Вот это залетище просто. Ой, только вот это вот совсем не то было. Так, ребят, все, перезапускаем. Смысла нет дальше ехать. Мы даже, наверное, до финиша-то, может, и долетим, но топливо точно не возьмем нигде. Вау. Все,
Приехали. Приехали, приехали. Рожки да ножки от нашей машинки только остались. Так. Так. Неплохо было бы докачать машиночку до конца, да? Было вообще здорово. Но чтоб ее докачать, там поскольку по 9000 жетонов вроде как требуется. Оу. Вот это да. Вот это опять очередной у нас неправильный заезд. Давай же, ну машиночка, ну пожалуйста, вот здесь притормаживаем, чтобы нормально залететь на платформу. Давай. В принципе, есть шанс залететь. Ай. Ну кто так едет-то, ё-моё, ну кто так едет? Ну чё так отвратительно, да еще и постоянно вот здесь перелетаю это топливо, а? Так, постоянно перелетаю. Да ё-моё, ну начало очень паршивенькое. Еще бы начинать грамотно, было вообще замечательно. Ведь начинаю то что-то паршивенько совсем. Ну, ребята, сами понимаете, все-таки на лидера идем. На лидера. На лидера, это вам не шутки. Чтобы стать лидером, нужно попотеть. Так, ребята, подождите, у нас есть шанс, в принципе. Ай. Здесь тормозим, давай. Нырок. Последний плевок там практически. Ай, нет, кажется, чувак меня обогнал. Да, немножко, ребята. Ну, может, время улучшил. Не факт, давайте проверим. Так, 43.06, ну да, свое время улучшил немножко. Так, давайте еще разочек. Точнее, до тех пор, пока не побьем рекорд этой трассы. Не побьем рекордики этой трассы, ребята. Будем гонять до тех пор, пока не проедем здесь грамотно. Да что ты будешь делать, а? Да что ты будешь делать? Так, ребята, практически... Идеально у нас пока что получается. Ага, практически. А на деле? На деле не совсем. А так хорошо шел, а? Так хорошо шел. Неужели этот тюбик у нас все-таки лучше едет, а? Ребят, можете попробовать тоже взять такую же машинку, как у соперника? А, как вы думаете, стоит, не стоит? Давай. О-о-о. Так, нормально, подожди-ка. Нормально. Сейчас. Тормозим. Нырок, ребята, нырок. Давай, четенькое приземление. И очередной прыжочек. Ай, жетон пропустил. Ё-моё, а ведь там вкусненькие жетончики у нас были-то. Ребята. Так, у нас есть шанс. Давай. Нет, чувак, не догоняй меня. У-у-у, кажется, я перелетел. Что-то есть, наконец-то. У нас получилось это сделать. Так, ребята, все. На целую секунду я все-таки обогнал этого чудика соперника, да? В итоге я первый. Ну что, переходим, наверное, к трассе номер 59. Давайте ее заценим. Да, 10 тысяч жетончиков практически нам нужно, да, почти. Чтобы прокачать одну характеристику до конца. Хватка, прочность, либо наклончик. Ребят, ну это много. Это немало получается, да, немало жетончиков придется копить. Придется сидеть и играть в свободное время, чтобы накопить. Ой, это что за дела-то? Ай-яй-яй, не долечу, бам! Ладно, есть смысл даже взорваться. Так. Очередная сложная трасса. Понятно, оставшиеся три трассы у нас как бы идут сами по себе сложные, так как они самые последние. И это логично. Так, вот здесь тормозим. Тихо. Смотрим, как соперник у нас финтит. Смотрим, что он делает вообще. Блин, он долетел, а я нет. Ну кошмар, ну это совсем беспредел уже. Ребят, давайте попробуем хоть до конца доехать.
Посмотрим, светит нам что-нибудь. Нет вообще. Ладно, делаем финты. Чтобы накопить полностью, чтобы заполнить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты, вот это да. Вот это было прикольно. Практически идеально так запрыгнул. Ребята, делаем финты. У-ху! Бам! Все. А вон этот видел. Соперник там справа был. У нас спускался уже вниз. А мы только заезжали наверх, а он уже вниз спускался. Причем падал. Съезжал, падал, не знаю, как это назвать. Летел, короче, вниз. Так. Так, ребята, ребята. Да-да-да-да-да-да-да. Давай, 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 давай. Ё-моё-то, а. Давай, ну, детка. Не, ну не получается. Ну не получается. Так, придется тогда наверху немножко притормозить и попробовать. Попробовать прям сверху горы набрать скорость. Сейчас мы попробуем это сделать. Вот здесь притормозить немножко, ребята. Опа, вот здесь сейчас вот так грамотненько. Давайте, давайте, давайте. Блин, 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 все равно не то. Но все равно не то же. Ну не то все равно, а. А как по-другому тогда? Как по-другому? Давайте пару финтиков сейчас сделаем. Будем заполнять ящик. Нам все-таки тысячи жетонов не помешает. Бам-бам-бам-бам-бам. Ну понятно, да. Ой, две машиночки прям стоят, смотрите. На передний бампер уперлись и стоят прям вертикально. Так. Опа, здесь финтик умудряемся сделать. Умудряемся финтим максимально. Я думаю, что у соперника машиночка прокачана. В принципе, наверное, тоже максимально. Поэтому он нас уделывает в щепочке. Причем вот здесь он заезжает спокойно. Причем на финтик. На финтик финт делает и залетает. Прям, видели? Один переворот и залетает. Хм. Интересно. Интересно, как он это делает. Вау, вау, вау. Бам. Кусочки. Вы видели, какое колесо было? С другой стороны, оно совсем, совсем глухое. Непонятное колесо у нас было. Так. Как таблетка какая-то. Эй, запускайся. Поехали. Финтик, ребята, остается немножечко нам дофинтить. Дофинтить до открытия ящика, где нам дадут 1000. А! Эй! А чё не заехал-то? Ха, не заехал. Не заехал на платформу. Давай, давай, давай. Зато на эту смог. Угу, проехал снизу, зато на вторую прям в легкую смог. Ребят, он реально финтит, смотрите, а. Соперник реально финтит всю дорогу. Ха, вот это чудило. Вау, вот это он залетел. Давайте мне ускорялку, пожалуйста. О, а там спуск такой прикольный наверху сверху-то получается, да? Вообще замечательно. Лучше, наверное, сверху ехать, конечно. А где соперничек? А где соперничек? Где соперничек? Там финиш, по-моему, наверху. А, точно, поэтому он там падает. Там, оказывается, финиш уже. Так, я не понимаю, почему? Не могу заехать, не могу залететь. Ну, второе же место как-то занял. На две звезды-то все-таки срубил, как-то умудрился. А вот на первое никак, вообще никак. Даже до конца не доезжаю. До конца даже не доезжаю, а? Представляете? Так, 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 у нас есть шанс. Нету шансов. Вообще никаких шансов. Ну, в принципе, было прикольно. Так, сейчас мы попробуем по-другому как-нибудь сделать. Давайте нам 1000 жетончиков. Так, спасибо. Именно на эту машинку дали. Здорово, ребята, на последнюю дали. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Живет на свете Винни-Пух. От того поет он эту песню вслух. Угу. Блин, ну господи ж ты ж, боже ты мой-то, ребята, чё за дела? Кстати, следующее открытие сундука у нас 22 часа, да, тикает. Хм.
Так, 22 часа у нас тикает. Да, это немало. Не получится на открытии сундуков у нас зарабатывать кристаллы. Не кристаллы, а эти, а жетончики. Ребят, ну даже не тормозит, все равно быстрее как-то едет, ребят, да? Смотрите. Вообще красавчик, на самом деле. Вообще красавчик. Хм, не понимаю. Так, что-то я делаю не то. Что-то я делаю не то. Нужно где-то местами отпускать все-таки газульку. Все-таки газульку нужно местами отпускать. Так, уже старт профукал. Ребята, уже проиграл старт. Так, смотрим. Нет, нет, очередной фейл. Не могу, ребята, залететь, просто не смогу. Блин, а, блин, ребята, он уже наверху там съезжает со следующей горы. А я зачем-то здесь подпрыгнул, а там внизу у нас топливо. У нас топливо внизу. Так, на эту платформу тоже не смог. Да капец, ребят, давайте попробуем поменять машинку все-таки. Ай-яй-яй-яй, не туда нажал. Давайте попробуем поменять. Вот эту возьмем. В принципе, она тоже умеет летать. Может, что и получится. Кстати, причем она летает выше, чем последняя машинка. Но по скорости отстает. По скорости отстает. Это нам может, конечно, нагадить. Вот эта ситуация со скоростью. Опа, подождите-ка. Ага, есть. Довольно-таки легко у нас это получилось. Так, падаем вниз. Падаем вниз. И очередной у нас чумовой заезд, прыжочек, ребята. А где финиш-то? Я уж не помню. Здесь бешеный спуск. И момент истины. Момент истины. Вау! Что там? Что в итоге? Что в итоге? Давайте фото финиш. Есть! Отлично, ребята. На предпоследней, прям с первой попытки. На предпоследней машинке с первой попытки. Прямо нам получилось занять первое место. Так, прикольно, прикольненько. Ну что, ребята, вот на этом пока остановимся. И на следующий вкуснейший выпуск оставим 60-ю трассу. Так что, вот такие пирожочки. Ребята, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте. И ищите видео Hot Wheels машинку, которая криво по экрану, по диагонали по экрану проедет. Такая полупрозрачненькая мелкая машиночка. Кто заметит, пишите в комментарии время, во сколько она проехала. И обязательно попадете в видео, кто угадал. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.